В Твери завершаются работы по капитальному ремонту Бурашевского путепровода. На выходных 22 и 23 августа там снова ограничат движение автомобилей. Подрядчику нужно будет провести работы по устройству деформационных швов. Также в течение 2 дней запланировано проведение финальных испытаний путепровода, которые нужны для оформления технического паспорта на объект, после чего путепровод можно будет открыть в полном объеме. Ремонт Бурашского путепровода у нас входит в финальную стадию, завершающую стадию. В ночь 21 на 22 августа на 2 суток мы закроем движение по самому путепроводу. Это связано, как мы ранее уже говорили, с завершением работ на технологических швах непосредственно на мостовом переходе. В эти же 2 суток мы проведем технические испытания, которые непосредственно необходимы уже для ввода путепровода в эксплуатацию. Уже рано утром 24 числа движение по Бурашскому путепроводу будет восстановлено. А непосредственно в течение нескольких дней мы планируем запустить движение полностью по всему мосту. В период перекрытия движения на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки. Схема движения будет изменена, а также предусмотрена возможность проезда по путепроводу автомашин оперативных и экстренных служб.